осознали, какие вы по отношению к женщинам. Где-то, может быть, вы ранитесь, где-то, может быть, вы недолюбливаете своих женщин, или женщины вас убили, ну, понимаете, в каком смысле. Приходите, обсудим это все, будем передвигаться. Упражнения, также будет арт-терапия, лепить будем. Ну, а старший вам в комнате номер 9. Только для мужчин, да? Только для мужчин. Конфиденциально. Если хотите быть тренажером, в принципе, можно или нет? Может, не, нельзя. Ланько Владимир Витальевич, практический психолог, кризисный психолог, сертифицированный терапевт по методу Синлоу-Драма, обучающий терапевт. Добрый вечер. Сегодня я приглашаю вас на свой мастер-класс, посвященный теме ресурсов. Как правило, традиционно я на фестивале Тавале работаю именно с ресурсами. И сегодня приглашаю исследовать такой ресурс, как оазис, внутренний оазис. Если кому-то интересно, кто-то хочет посмотреть, что это такое, поработать с техниками символ-драмы, я приглашаю на свой мастер-класс. Таня. Владимир Ларько, в аудитории 6. Лебедь Ксения, ведущая праздничных торжеств, руководитель креатив-группы аниматоров «Давай играть», маркетолог. Спасибо. Приглашаю вас сегодня всех поиграть, но не в игру, которая заявлена, выхода нет. У нас сегодня выход будет, переносится на завтра эта игра. Приглашаю всех на мозговой штурм. Предлагаю выйти за границы, которые нам вешает наше общество, смотреть вот так вот, посмотреть шире. Честно говоря, не буду сейчас много говорить. Мы утром внепланово играли в наши игры, и Виталий был на моей игре. Не знаю, что он сейчас скажет. Я подошел, была какая-то игра. Заданы цифры, отгадывали. Я один раз попробовал, не получилось. Второй раз попробовал, не получилось. Третьего раза тоже не получилось. С пятого раза получилось. И когда я понял, насколько это все просто, насколько все это гениально, мне гладенько было. Эврика! Блин, все просто. Игра разве позволяет вам расширить свои возможности. Не возможности даже, а зрение. Вы будете смотреть не только в одну точку, а и что происходит вокруг. Не рассказывайте больше. Это он говорит только о одной игре. Как пойдет? В общем, приходите. Мне не нужна аудитория. Будем вот здесь, за столиком сидеть. Можно? Там за столиком. Так это тогда на лавочке. Или а здесь кто-то будет? Может, мы где-то здесь будем, вот здесь сидеть. На свежем воздухе. Спасибо. Да. Ксюша Липин будет здесь. Анна Киричук с административным объявлением. Анна Киричук и Юлия Хлызова. Мы, как отдел охраны волонтерской Тавале фестиваля, очень настоятельно рекомендуем вам поставить машинки и палатки на территории лагеря, так как то, что находится за территорией лагеря, за это волонтеры ответственности не несут. Поэтому будем добро пожаловать принять вас и с палатками, и с машинками на территории. Все вопросы можете задавать нам, мне, Анне Киричук и Юлии Хлызовой. Завтра настоятельно рекомендую, так как будет здесь проходить одновременно еще одно мероприятие, машины лучше поставить на стоянке, потому что еще машин будет второй организации очень много. Сейчас я прикреплю машины, которые находятся за территорией фестиваля. Так, 5542 номер, это красный «Шевроле». Нет его сейчас владельца? Здравствуйте. 2124 белая «Шкода Фабия». 5319 синий «Шевроле». 2756 черный «Хундай Таксон». 3863 «Ладос». 2844 «Хундай». 0383
Красный Форд Фиеста. 0907 голубой Тойота. И 9252 серый Ланос. Также хочу вам сказать, уважаемые водители, буквально там, где вы поставили машинки, на другой стороне находится очень много беседок, в которых находятся совершенно посторонние люди, к которым мы не имеем никакого отношения. Поэтому еще раз говорю, ответственность за машинки, находящиеся там, мы не несем. А к нам добро пожаловать. Анна Киричук. Заряжать. Смотрите, когда вы подъезжаете к дереву, которое вы упираетесь, прежде чем увидели лайки, там написано «Парковка сюда, регистрация туда». Там на воротах ленточки. Вот здесь эти ворота примерно находятся. Если вы перевернете программку, там на карте нарисована парковка, там где собачки. Собачки вас не съедят, их покормили. Три травли, которые не пришли на линейку. Да, Сезоненко Виталий, член оргкомитета ТОВАЛИ, тренер, инструктор. Добрый день. Сегодня будет вторая часть моего занятия. Сегодня я буду рассказывать о животных, о растениях, о воде. Вот, к примеру, эта трава называется полынь. Она очень эффективна. Для чего, как вы считаете? От моли. От моли. Один варёк. Настойка хорошо. Комары. Отличный вариант. Сейчас будет... Я думаю тоже. Просто буквально через полмесяца будут у нас комары. В наших широтах растет полынь обычная. Я ее использую таким образом. Нарываю пучок вот такой вот толщины и в рюкзак я вставляю сзади себя. Регулярно ее немножко поминаю. Выделяются эти запахи, эфирные масла. И комары просто, они улетают от меня. Когда становлюсь на ночлег, я эту траву вложу возле палатки. Комаров нет. Я вам сказать, что на море такой нет полыни. Там она лимонная называется. Она совсем по-другому работает. Травы имеют разные эффекты и под разных видов. Поэтому занятия будут проходить в лесу. Собираемся через 10 минут возле входа. Возле входа у меня уже, вы видите, да, возле регистрации. Возле входа в регистрацию. Через 10 минут. Большое спасибо за внимание. Сезонник Виталий после регистрации. Четвертаков Данил. Глюкофон. Добрый вечер. Мы представляем музыкальный инструмент нового поколения. Вот, называется он глюкофон. Также называется сейчас поэстра. Специфика его такова, что на нем может играть, в принципе, любой человек. Здесь не нужно слишком там, какое-то музыкальное образование, умение. Вот, можем сейчас вам продемонстрировать. Графический отпечаток древнего сознания.
китайский секрет. Художник нарисовал в кругу человека. Зовут его Шакьямуни. Если посмотреть чуть сбоку, то это два человека. Слева Конфуций, а справа Лао-цзы. Мы сегодня на мастер-классе будем постигать тайну пространства. Китайский иероглиф – энергетический ключ. Написав его линии, вы успокоите свою психику, научитесь концентрироваться. И улучшите свое состояние. Приходите в большой зал. Вместимся ли все, не знаю. Борис Александр Николаевич, большой зал. И завтра у нас в этом же зале большой будет объявление мастеров. Надо одеть пуховик. Опять, фестиваль закончится, вы... Сейчас я надену пуховик на завтра. Да, вот те будут, которые без пуховика сидеть, мне тепло, мне тепло. Так. Хохуля Игорь, ведущий авторской методики 12 базовых движений. Да, добрый день. Вот сейчас наконец-таки мы дошли до второй половины мастер-класса, а то несколько дней подряд у нас так получалось, что только первую часть мы вели. Сейчас, наконец-таки, вот здесь на площадке будет проведена вторая половина мастер-класса, 12 базовых движений. Первая часть мастер-класса – это была постановка тела. Мы устанавливали корреспонденцию между верхней частью тела и нижней, правой, левой, длинным и фронтом. Сейчас будет проводиться динамическая балансировка по трем осям. Значит, это для тех, кто прошел первую половину. Такое количество людей уже накопилось. Жду вас всех. Мы, надеюсь, сегодня пройдем для всех очень интересную программу. Еще раз говорю, что это телесно-ориентированная практика для тех, кто думает, мы не просто танцами занимаемся или физкультурой. Это реально серьезная работа с вашим сознанием через тело. Спасибо. Игорь Шахуля будет на площадь. Александр Павлийский, мастер индийской школы рейки. Здравствуй, фестиваль! С днем Пасхи вас всех! Мы сегодня будем заниматься по теме расширения сознания. Мир, созданный Господом, он бесконечен. И сам Господь бесконечен, который нас создал. Но мы так не привыкли думать. Мы видим себя в ограниченном пространстве, поэтому имеем ограниченные возможности. Тот, кто занимается духовными практиками, мы приглашаем испытать некоторый способ, который позволит расширить наше представление о самом себе. Например, что может глаз сказать о самом себе? Как он может себя увидеть? Никак. Нужно зеркало. Вот таким зеркалом для нас будет поток рейки. Это первое. Второе, с чем мы столкнемся. Человек привык ограничивать себя, затрачивая огромное количество энергии. Мы будем освобождать свое сознание, расширять и будем возвращать эту энергию обратно к себе. Ну и в процессе этого мы будем использовать практику безмыслия с помощью иероглифа рейки. Кому это будет интересно, кто хочет познать себя и посмотреть себя с несколько неожиданной стороны, и кто занимается еще практикой рейки, пожалуйста, приглашаю вас, куда скажет Татьяна. Комната номер 10, первый этаж, левый корпус. 10. Дописываем. Александр Небесный. Здравствуйте. Сегодня будет мастер-класс на тему хиромантии. Я занимаюсь хиромантией уже 6 лет, моя школа есть. Мы будем сегодня изучать основы хиромантии, бугорки, линии. Коснемся знаки судьбы, приобретенные и данные по рождению. Будем изучать кармический паспорт человека. То есть прошлое, настоящее, то есть две руки у человека, у кого как, правша, левша.
синтики мы будем обговаривать. И у меня еще объявление. Харьковский центр астрологии будет проводить ретрит на Азовском море 8 дней. Там будет йога и будет астрология восточная джиотиш. Поэтому вот объявление, кому это интересно, посмотрите. И второе объявление, у меня завтра будет прием по микроскопу. Темнопольный микроскоп по капле крови, состояние организма, состояние иммунной защиты, там, наличие лейкоцитов, недостаточное или минимальное, эритроциты состояние, гиперцитарные, ну и вообще состояние ядохимикатов в крови и так далее. То есть все эти вопросы завтра. Кому это будет интересно, завтра где-то с 9 часов можно будет приходить за пожертвованием. Сегодня в кармане. Так, кто будет людей пугать, буду зеркало ставить.